другим темам. В настоящее время, благодаря развитию IT-технологий, все шире используются различные системы дистанционного банковского обслуживания. Оплату различного вида услуг можно осуществить, не выходя из дома, посредством мобильного телефона и сети интернет. Многие плательщики пользуются такой возможностью и осуществляют погашение всякого рода платежей и кредитов банков с помощью интернет-банкинга. При этом карт-чек, подтверждающий оплату, формируется в электронном виде. Возникает вопрос, что будет являться документом, подтверждающим расходы плательщика и являться основанием для получения имущественного налогового вычета. Согласно законодательству, имущественный налоговый вычет предоставляется в частности на основании документов, подтверждающих факт оплаты кредитов банка. Такими документами могут быть квитанции банка, платежные поручения, выписки из лицевого счета клиента, а также карт-чек, вне зависимости от того, при помощи каких программно-технических средств он составлен, то ли в банкомате, инфокиоске или платежном терминале, а также посредством сети интернет. Данные документы должны содержать информацию о фамилии, имени и отчестве плательщика, сумме и конкретной дате оплаты, назначении платежа. В случае, если они не содержат указанных реквизитов, к ним должна быть приложена справка получателя платежа, в которой следует отразить недостающую информацию. Таким образом, карт-чек является документом, подтверждающим факт оплаты и является основанием для получения имущественного налогового вычета.